Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Тоха, и сегодня мы снова играем в BMG Drive. Всем салют, народ! Ребят, сегодня у нас Тоха, и будет испытание под названием Skill Test. Наше испытание, в котором мы постараемся максимально аккуратно проехать вот все эти препятствия, и самое главное, не разбиться. Это, ребята, очень ключевое важно. Ключевое слово «постараемся». Да, потому что здесь разные препятствия. Цель — уехать дальше оппонента, и кто уезжает дальше, зарабатывает балл. Также у нас есть финиш. Это если мы доезжаем вот эту, ребята, белую черту, если мы ее пересекаем, то это означает 100% финиш и плюс балл за доезд до финиша. Не сбивай меня, пожалуйста. Да. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. А пока мы спавним с тобой тачки, давай мы это сделаем прямо сейчас. Начинаем мы уже рандомно клацать на клавишу. Мне выпадает Mercedes AMG GT. Да. Пока Тоха загружается, ребята, я хочу вам сообщить то, что у Тохи появился свой канал, на котором он записывает различные ролики, в том числе и Black Rush. Поэтому каждого из вас прошу перейти по ссылочке в описании на его канал, поставить лайк под каким-нибудь роликом, подписаться и в комментариях написать что-нибудь типа «Тошек, удачи», что-нибудь такое напишите. А пока у тебя спавнится машина какая-то, и это... Да, ой, это Mercedes? S223. Два Мерседеса, AMG GT и 223S-ка. Ну давай отсчет, и мы, в принципе, стартуем. 3, 2, 1. Поехали, окей. Вопрос, кто же доедет сегодня дальше, я или ты? Но... А, тут прыжок был. Ну да, я да, 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 да. У меня чек, удар был как бы сильный, честно говоря, поэтому. О, ладно. Налегке проехал. Налегке. У тебя, конечно, подвеска, все-таки это S-класс, там подвеска, да, ребята, да. Как бы, ну. О, я еле долетел! Колесо спустило. Нет, 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 пожалуйста, поехали. Проблемы с двигателем. Да, проблемы с подключением к двигателю. У меня заднее колесо уже, да, ребята, по бороде идет, реально. Заезжай, я заехал. Да нищим цепляю. Блин, Тоха пока уходит. Ну, конечно, одна ошибка. Я особо не газую. А так, вот я очень стараюсь, потому что реально очень непросто. Так, осторожно. Еще один прыжок. Осторожно. Блин, ну ты капец как проходишь себе. Просто Мерс реально позволяет ехать. Нет, я не долечу. Куда, 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 куда? Я не долетел. Куда? Блин, у меня кардан сломался. А, ну может быть, он и не страшно. Конечно. Я упал. А, все, да, в смысле? Да, я в воде. А, ты в воде, все, я понял. А что у меня здесь? Потому что у меня большие проблемы, у меня кипит движок жестко, у меня задние колеса, в принципе, подкосились, и здесь я долетаю. А вот здесь надо газ, ребята, прожать, но умеренно желательно. И я тебя облетаю, да! Ой, об дерево! Я понял. Я понял. Ну, окей, балл я уже зарабатываю, но вопрос лишь в том, доберусь ли я до финиш. А, нет, у меня ховеры вместо колес. Ну да, все, ты. Все это. Ты в реке купаешься, я понял. Да, ладно, да, пока конечно. Обратно респонись. Это был первый раунд. Один балл мой, и мы идем дальше, водичка спавним. Такая. Да, да, да. Так, бимкины мы не считаем, поэтому я меняю. У меня это. Ой, BMW такая заряженная. Это какая-то ралли, что ли, вообще? Лифтованная. Не драли, а орали, да. А у тебя ждем пока. У меня это какая-то семерочка. Семерочка, это Е32, если не ошибаюсь. И ждем твою тачку другую вместо S-класс твоего. Чем-нибудь прикольненькое ждем, давай. Так, а ты в итоге вот такую вот C-шку получил. ТЦ-250, 2.5, по идее, движок здесь, если я не ошибаюсь. Ну ладно, посмотрим, что получится. Mercedes и BMW. Давай отсчет, и мы стартуем. 3, 2, 1. Однако третий Мерс за два раунда. ЕСХ забыл выключить. О, так, пойдет. Здесь аккуратненько проезжаем, чтобы здесь не поломать себе ничего. Прыжок, нормально. Минус бампер. Ну, бампера — это расходный материал. Ненужная деталь, да. Да. Во, а вот здесь... Ой-ой-ой, какая у меня У меня здесь проблема. Осторожненько. Я повис на днище, что? Повис? Все, ты приехал? Да. О, так это изи бал, пацаны, но теперь вопрос лишь в одном. Да куда я доеду? Да, пробуй, потому что я пока еду, и возможно, я доеду. Не, я там до не финиша. Выйду. Не выйдешь, да? Все, бал мой, ребят, это было изи, но теперь самое важное лишь в том, да куда я доеду? Офигеть, она меня валит, это просто бэха идеальная. Она как будто бы сделана для этих испытаний всех. В принципе, по диаграмме пишется, что там, ну, типа, повреждение бамперов, да и все. Все остальное в идеале. Здесь опасно, потому что если не рассчитать, то можно
О, идеально, просто идеально, пацаны. На финиш, едем, короче, хорош, поехали. Это было красиво. Да, вопрос лишь в том, доберусь ли я до финиша и заработаю ли я сейчас баллы. Так, это мы сейчас перелетаем, вот так вот приземляемся. Окей, здесь я сейчас тоже О, блокировка колес случилась, нафиг. Понял? Давай, BMW. Так, это мы сейчас сюда, а дальше, короче, смотри, теперь у нас не лес финишная черта, а именно там белая такая полосочка есть. Вот если мы ее перелетаем, да, значит это финиш. Значит, ну, пораньше. я доезжаю, она поехала бы дальше спокойно, поэтому да. 2 балла мне за раунд, ребят, но бэха идеальная для этого испытания оказалась, даже на удивление. Ладненько, пока спавним, другие машины, у меня это... Ой-ой-ой, четырочка такси. Чего? Четырка такси. Блин, а ты проедешь по воде вообще? Я вообще хоть проеду хоть куда-нибудь, тут ямы такие сразу начинаются. Блин. Не, ну проехать ты проедешь, а вот по воде интересно, потому что она низкая, она не закрыта. Ладно, не знаю, посмотрим, пока ты себе тачку делай вместо этой цешки, но, ребят, я не знаю, что получится у меня. Джип. А я думал, давай, уже джип. Появился, нет? Что там у тебя появилось? Не, блин, не джип. А, Астон Мартин. Ну, слушай, ладно. Конечно, тоже не четырка, низкий. Но... Ну, ладно. Давай, отсчеты мы стартуем. 3, 2, 1. Прошлифовочка чуть-чуть была. Совсем чуть-чуть. Да. У тебя или у меня? У меня и у тебя, видимо. Нормальное приземление. Дальше едем. А, нет! Ну, честно ладно, говоря... Ладно, не застрять на днище. Жестко цепанулся. Пролетел. Чек! Поддон движка поврежден, ребята, давай, четырка, живи! Низкий уровень масла у меня, что? Масляная голода... А, я все, да. Она не уехала. Все? Да, все, я приехал. Ладно, смотрим мы пока за то, хотя бак пробит, подожди, мне кажется. Да. Ага, ну тебе надо спешить, ну, как бы балл твой и так, в любом случае, но только вопрос лишь в том, будет ли экстра балл или нет. Ну-ка. Выкл-выкл-дон. Выкл-выкл. Тили-тили, да. Ну ты, в принципе, нормально идешь так-то, если по-честному говорить, поэтому... Ну, не сказал бы, что прям нормально. Нормально. Ой, там где Вима-то куда полетел, братуха? Нормальное приземление. О! Ты загорелся? Нет! Ты все, да? Ты взорвался, да. Братуха взорвался. Ну ладно, балл твой, самое главное для тебя. О, черт. Это Брайан. Антон О'Коннор. Ладно. Да ну куда такая низкая? Это еще очень громко. Можно как-то мне? Антона Крона? Так, а звук, так, автомобиля. Можно как-то мне? Я пока общую потише сделаю, потому что она очень громкая. Это ламба, пока даже заглушу ее. И ждем пока твою тачку вместо Астон Мартина. Что там у тебя загружается? Нет, только не это. Смотри, она не уедет. Нет, я знаю ее. Смотри, но здесь вопрос. Возможно, будет чуть получше, чем у меня ситуация, поэтому... Посмотрим, давай отсчеты, мы в принципе стартуем. Не, это нифига не получше, она сейчас на первом же прыжке сломается, у нее ось задняя вообще не двигается, вернее двигается. Аккуратнее езжай, может быть получится. 3, 2, 1. У меня просто ламбы, это как бы вообще отдельно. Чтоб ты понимал, у нее колеса своей жизнью живут вообще в принципе. Но... Даже если ты просто влево-вправо двигаешь. Что с тобой? Все, я приехал. Ну перевернись, ладно, это уж совсем. Так, я пока разгонюсь. Давай, переворачивайся, потому что ты слишком быстро приехал. Так, а вопрос, пройду ли я здесь? Я не думаю, что я вообще в принципе куда-то уеду, ну ладно. Давай, ламба, давай. Вот так вот мы здесь проехали. А ты там как, жив, цел пока? Нет, я не жив, я не цел. Покажи. А, Яма, что? Это боль. Но, видимо, это твоя парковочка, я да? Да. Да, понятно. Ладно, пацаны, это бал мой оказался, ладно. Я знал, что так и будет с самого начала. Что со мной случилось? Что это было? А что со мной? Меня разорвало, как будто бы я взорвался вообще. Ну все, я приехал тоже. А я респонуться не могу. Да уж, конечно, раунд был веселый. У тебя в итоге новая машина появилась, там Mercedes 221, да, у меня да. Это в итоге... Да ну на! Ну да ну на! Ну что это? Что такое же? Да нет, нечто новое интересное. Это что? Это шаха? Это что это, блин? Или семерка это? Офигеть, просто на вся в шпакле. Вижу, ля, как капец она такая, да. Убитая, ушатанная. У тебя 221-я, походу, была. С мониторами, да ты шо? Ладно, посмотрим, что получится. Да. Давай отсчеты, мы стартуем. Поднялся. Поднялся, блин, ага.
Давай счет. 3-2-1. Ну, однако, по скорости норм. Как? Я ничего не цепанул, почему у меня повреждение правого заднего колеса и этого... Братуха, у меня подвеска чего? Лучше, чем в S-классе, отвечаю сейчас. Ой. Согласен. Минус кардан. Я еще повис на своем же бампере. Нет, минус кардан. Ты че? У меня минус кардан, блин, ну ты издеваешься, так ехал хорошо. Ну все, она не поедет никуда, просто не втыкается передача и... Да, задний привод, все дела. Нет, а ты еще? Нет, я повис. На брюхо. Повис на брюхо. Да, все. Ну, твоя парковочка стопудово. Да. Да, стопудово. Вопрос, твой один балл. Так, пока я спавню себе машинку, я пока... Или давай, пока я спавню себе. А да, я пока, спавнишь. Да, сделаю себе громкость игры, потому что я ее убавил и зам... О, это имба мне выпала. Так, да, звуки. Да, Бимкина. Так, звуки, вот так вот, вот. Сделал погромче. Ну, на самом деле, да, у меня, по идее, машина это идеальная. Большие шансы на победу. Да. Нет. Слушай, не, вот это вот, именно эта BMW, она более-менее неплохая, реально. Вот реально неплохая. Поэтому, ну, давай, да. Счеты мы, в принципе, стартуем, да. 5-2-1. Так, ну ладно, я так понимаю, что мне, в принципе... Сломать машину сложно, потому что идеальная подвеска. Вот их, конечно, ситуация вообще другая. Ты пока идешь нормально. Благодаря скорости обгоняешь даже. Вопрос, что будет дальше. Пока идем с тобой более-менее. Так, кочки, ямы преодолеваем. Теперь лестница. Первая пройдена. Нормально, слушай, идешь так-то, реально. Я на своем же бампере пожетел. Я вижу. Нормально идешь. Теперь я, ребята, здесь газпол прожимаю. Проезжаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все преодолел, хорошо. Как там у тебя дела? Все окей? Плохо. Все плохо. Брайан. Оушит Коннор. Ты вылетел, да? То, что у Коннора вылетел. Она не поворачивала вправо от слова совсем. О, нормальное приземление. Я тебя обгоню. Не, братух, по воде не считается. Это уже считает, что выпал, да. Поэтому... Ну ничего, я тебя догоняю. Не. Так не работает. Да, в принципе, слушайте, тачка прям вообще идет нормально. Поэтому... Черт. У меня вообще ничего не поломано. Вообще, только бампер передний, видимо, там треснул и все. Просто идеально, ребят. Ну тачка идеальна для этого испытания, поэтому... Я скоро финиширую. Но нет. Да. Нет, ты не скоро финишируешь. Нет, я застрял в камне. Реально? Нет. Мне 2 балла за финиш в итоге, а Тоха, да, прилип в воде. Как так? Ладно, новые тачки спавним, смотрим, кому что. 221, как был у тебя. Но он вроде бы ехал так себе у тебя, в всяком случае. Проверим мою конфигурацию сейчас, но... Что там у тебя пока? Пока ждем, смотрим. Не знаю. Ну-ка, салон. Ой-ой-ой, какой салон. Нет, только не это. Фига она прикольная, однако, но только очень низкая. Да, очень низкая для этого испытания. Ну давай, я отсчет. Я пойду в дрифт режиме. Давай. А че у нее со спойлером, смотри на нее. Ему вообще плохо. Да, он трясется. Вибрация какая-то. А то, что он вверх ногами установлен, как бы ладно, да? Ну ладно. У меня норм стоит. Ну ладно, давай отсчет. 3-2-1. Ема, Тоха, береги! Тоха, береги аппарат, Тоха! Это была другая тактика, я хотел перелететь. Давай еще раз, аккуратненько просто, давай. Ладно, давай, раз, два, три. Ты совсем уж не бережешь тактика, которую ты придерживался. Это как в этом фильме, блин, такой был старый фильм, «Скала» вроде назывался. И там, это не моя тачка, и это тоже не моя, и угоняет ламбу... Человек какого-то. Так, это я перепрыгиваю нормально. Тоха тоже, в принципе, едет. Тоже, в принципе, вполне себе Тоха едет неплохо. Я преодолеваю все кочки ямы. Так, вот тут надо быстро. Нет! Тоха, живи! Нормально проехал, да? Я не доеду дальше. Минус кардан, минус колеса. Все, прилип. Тоша прилип, да. Ну, ребята, эффект... У меня колес нет. Эффект низкой. Взорванной. Да, эффект низкой тачки. Ладно, в принципе, ребят, я на S-классе доезжаю на ура.
Только пока непонятно, куда именно доезжаю, потому что пока здесь прыгают, я неплохо, но ты, в принципе... А, минус кардан! Но, наверное, это не сильно... А, я не долетаю! Ой, как больно! Долетел. Нормально. Ну да, ударился, но... А, все. Да, минус кардан, ребята, я не заезжаю. Ладненько. Пока респонись, и последний раунд на сегодня. Грузим, смотрим, и... 3, 2, 1, поехали! Это... Тоха, у меня прикольная машина, честно говоря, поэтому ты пока себе делай, да. Ждем твою машину. Ой-ой-ой, вот это нас с тобой, конечно, подборка Сильверадо и Рендж. Ну давай, что-то мы, в принципе, стартуем. А, куда он поехал? Я же зашел тормоз. Они у всех работают, 3, 2, 1. Да. Ну, смотри, твоя машина доезжает стопудово. Даже в идеале доезжает до финиша. Поэтому вопрос, что смогу сделать я? Чек. Главное у меня. Мне аккуратненько проехать. Ну да. Меня чек это нехорошо, поэтому... Так, прыжок. Осторожно. 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 Это мы тоже проезжаем. Теперь здесь мы заезжаем на... Ай-яй-яй-яй, тихо, только не бак. И не кардан. Бак? У меня бак, пневма кардан. Легла. Давай, блин. Ты все, ты лег? Не, ну она пневма легла, но я, в принципе, еще пока... Просто она стала низкая, как будто бы это ламба какая-то. Ну что так прыгаешь ты нафиг? Ну блин. Ну езжай по-нормальному, давай. Едем аккуратненько. Ну понятно, раньше вообще не для этих условий. Вообще, вообще. Тоха пока уходит, но надо постараться. Нет, минус колесо. А реально? Реально? Да. Ты еще едешь? Нет. Серьезно, прям вообще встал? Див как-нибудь. Минус кардан у меня, я пока еду. Я не... Ну ладно. Давай! Ну ты чё, блин? Нет. Все, все. Нет. Все. Минус колесо. Все, то, я хотел дальше. Доехать до финиша. Я не поеду. Ну ты тоже не поедешь. Оу, черт. Ой, черт, это Брайан. Ладно, один балл твой получается, Брайан, в этом партёрщик. Раунде, да. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.